Ну и вместо Ирки Кабанцевой, которая всегда у меня во всех сюжетах присутствует, а сейчас она в Сочи, отдыхает. Девочки, дайте все ей привет передадим. Давай. Я думаю, она давайте. На нас давайте. Привет. Привет, Ира! Привет! Да-да-да. Смотри, как у нас хорошо. Смотри, как у нас это хорошо. Лучше, чем мы сегодня без своих альтернативных шашлыков. Да, давимся колбасой на сыром. Пайке, да. Давимся, просто можно сказать. Ну вот. Средняя полоса России — это невероятные красоты места, конечно. Видите, какая природа. Сейчас я у Сашки выключу телефон и начну сама вам все вот это репортажить и показывать. Давай, Санечка, мне.